Так, ну вот утро. Включил машинку, делаем кофе. Ну, лимоны. Делаем стоп. Так, теперь еще вот болт. Вот так вот вставляем отверточку. Снова делаем кофе. И вот я чуть-чуть отверточку назад, и она пошла молотить. Вот что это может быть? Теперь она делает. Но недолго. Может сделать 2-3 чашки. Если выключить, на утро она уже делать не будет. Надо добавить кофе. Здесь не хватит. Сделаю нормальный полноценный. Вот сейчас вращается вроде хорошо. Ну, уже будет полноценная чашка кофе. Первое она сделала как бы по укороченной программе. Вот такая неисправность. То есть ее, чтобы сделать кофе, надо утром всегда подталкивать.